9 ноября 2017 года в Горках Десятых состоялась церемония закладки фундамента нового дошкольного учреждения. 14 месяцев потребовалось строителям, чтобы возвести детский сад. Все этапы строительства жестко контролировались со стороны местных и районных властей. Неоднократно проводились выездные инспекции. Все готово. Сейчас растает снег. Посмотрим еще благоустройство. Где-то какие-то будут, очевидно, шероховатости, как обычно бывает при сдаче объекта. Но это уже, честно говоря, такая мелочь, которая не влияет на то, чтобы размещать здесь детей. Сейчас здание полностью готово к приему детей. Группы укомплектованы необходимым оборудованием. На сегодняшний день это самое современное образовательное пространство, которое не имеет аналогов не только в районе, но и регионе. Этот стандарт мы применяем ко всем детским садам, которые строим мы как муниципалитет. И каждый садик все лучше и лучше. Это у нас в целом за 5 лет построен 23-й сад. И среди тех объектов, которые мы уже ввели и эксплуатируем, по насыщению, по разнообразию, по качеству отделки, по качеству мебели и благоустройству территории, это лучший детский сад. Запуская этот детский сад, мы, естественно, решаем в этой территории проблему с очередностью. Скорее всего, еще будем помогать соседям, чтобы мамы смогли детей своих отдать в детский садик, которым удобно сюда добираться. Дошкольное учреждение рассчитано на 400 мест, оснащено актовым и спортивным залами, бассейном, игровыми комнатами, медицинским кабинетом и современным пищеблоком. Здесь даже есть собственный инженерный класс с необходимым оборудованием. Педагоги планируют развивать основы робототехники и цифровых технологий. Очень качественно сделаны все работы строительные, замечательная мебель. Мне кажется, с первых шагов, когда заходишь в этот детский сад, здесь он с такой любовью встречает и заведующая, и все сотрудники. Я думаю, что здесь будет прекрасная обстановка, прекрасное обучение, и все самое лучшее будет дано нашим детям. Преимущество нового детского сада еще и в том, что он находится в непосредственной близости с общеобразовательной школой «Горки-10». По сути, это уникальный образовательный кластер. В планах руководства проведение совместных мероприятий и акций с участием малышей и ребят из старшей школы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».